Научно-практическая конференция онкологов «Заря Востока» открылась в Южно-Сахалинске. Врачи и ученые со всей страны будут обмениваться опытом в борьбе со страшными заболеваниями. Дмитрий Зелинский пообщался с участниками и побывал на хирургическом мастер-классе. «Заря Востока» проходит на Сахалине в третий раз. Такой масштаб она приобрела впервые. 300 ведущих онкологов со всей страны. Мероприятие теперь можно смело включить в тройку важнейших конференций России рядом с Московским конгрессом и питерскими белыми ночами. 12 главных врачей онкодиспансеров со всей России. Это представители, руководители Блохина, города Москвы. Это Ассоциация онкологов России, Ассоциация онкологов Сибири и Дальнего Востока, Томский научно-исследовательский институт. В общем, много. Новосибирск. У специалистов онкологической службы встречи для обмена опытом – важная составляющая работы. Новые технологии, препараты и методики помогают спасти жизни. Организаторы приготовили для участников возможность приобщиться и к теории, и к практике. Вот именно в этот момент в операционной онкологического диспансера, кстати, великолепное учреждение, динамичное, бурно развивающееся, начнется мастер-класс в операционных. То есть там операция будет проводиться на брюшной полости, на грудной клетке. Я считаю, что для докторов это большое подспорье. И живая хирургия, которая проводится в ощущении не по интернету, а когда ты стоишь и держишь крючки, я сам хирург, отработавший в операционной 30 лет, это очень большое подспорье. Трехдневная программа конференции расписана по минутам. Участники обсудят диагностику, различные виды терапии, перспективы развития онкологических программ. Они – профессионалы с богатейшим опытом, заслуженные врачи, доктора и кандидаты медицинских наук. Мы традиционно специализируемся на хирургии рака пищевода, комплексного лечения его. Мой ученик Том Леонидович Шарапов расскажет наш опыт. Ну и послушаем, что творится в Южно-Сахалинске. Это же не близкая нам область. Это мы летели около 9 часов сюда. Поэтому будет очень интересно посмотреть, сверить наше направление движения. Слет онкологов в этом году посвятили знаковой для островной медицины дате. Онкологической службе Сахалинской области исполняется 75 лет. Дмитрий Зелинский, Алексей Нестеров, Антон Пестов, Солнце ТВ.